1907 году из России во Францию отправлялась яхта «Заря». Ее пассажиром был только один человек – граф Сергей Александрович Строганов. Потомок известного купеческого, а потом и дворянского рода, ведущего свою историю еще с XVI века. Фигура необычайно яркая, но незаслуженно забытая. Строганов взял с собой только самые дорогие ему вещи. Кают-компания приказал повесить две небольшие акварели, которые он бережно хранил до самой смерти. На них было изображено Балышово под Псковом, любимая усадьба графа, жемчужина Строгановской империи. Строганов сидел в своей каюте и мысленно бродил по Балышову. Ему было 11 лет, когда он впервые приехал туда. Только что выстроенный дворец поразил его. Он прислушивался к разговорам взрослых, и ему не хватало на руках пальцев, чтобы сосчитать все стили, которые использовал архитектор. Древнерусский, византийский, историзм, барокко, ранний классицизм. Но более всего маленького Борчука поразило то, что этот самый архитектор Макаров, совсем еще молодой человек, получил за проект усадьбы Балышова звание академика. Сейчас, чтобы войти в тот самый роскошный дворец, нужно протискиваться сквозь решетки боковых дверей. Парадный вход в руинах. Балышова, памятник архитектуры федерального значения, разваливается на глазах. Таким оно стало не за многие века, а всего за 20 последних лет своей истории. Когда-то в этих коридорах висели картины и гравюры из богатейшей коллекции Строгановых. Залы дворца украшал паркет из редких пород дерева, остатки которого чудом сохранились до наших дней. Из вестибюля еще ведет на второй этаж мраморная лестница, выписанная хозяином из Италии. Здесь была создана уникальная инженерная система. Водопровод, башня и резервуар на крыше главного корпуса, пневматические печи с жаровыми и вентиляционными каналами. Подобные технические новшества имелись только в Зимнем дворце. Это драгоценная игрушка в руках Строгановых. Строгановы – это же государство в государстве. Это семья, которая обладала громадным состоянием. Они царей финансировали еще в Средневековье. И здесь это не просто усадьбы или имение, которое приносило доход, допустим, в котором жили бы летом, ну, как это обычно было с русскими дворянами, или жили, выйдя в отставку. Это среди множества других владений Строгановых, это такое вот место, куда приезжали нечасто, но которое всегда было наготове. Теперь от роскошных валышовских интерьеров не осталось ничего. Сразу после революции управление дворцами, которое еще не было упразднено, вывезло все ценности в ближайший городок Порхов. Но там они исчезли еще до того, как их успели переписать и музеифицировать. В опустевшей усадьбе разместился сельскохозяйственный институт. Дворец был перестроен, но при этом сохранил все свое великолепие, оставшееся от Строгановых. Сергей Александрович Строганов вышел на палубу. Ему вспомнилось, как в 16 лет он стал балышовским чемпионом по крикету. Его отец еще в 1860 году, сразу после открытия в Петербурге английского крикет-клуба, выбрал в своей усадьбе поле, приказал засеять это поле специальной травой и сделал его крикет-лугом. Тогда на Строганова-младшего все смотрели с восхищением. Но особенно приглядывалась к нему юная княжна Васильчакова, дочь бывших владельцев Балышова. Через несколько лет она стала женой Сергея Строганова. Они уехали в Петербург и жили в согласии 10 лет, до тех пор, пока она не умерла от тифа. Строганов оставил столицу и, заперся в Балышове, каждое утро он шел к усадебным цветникам, срезал розы
и отправлял их на могилу жены в ее новгородское имение. Крикетный луг и огромный парк сохранились до сих пор. Балышово занимает 45 гектаров. По своему масштабу это самая грандиозная усадьба Псковской области. Здесь более десятка построек. Все они были окружены экзотическими цветами и редкими деревьями 200 видов. Однако от былого великолепия мало что осталось. Сейчас ведь, между прочим, от многих усадеб остались одни только парки, а и те на грани гибели, потому что вот именно сейчас, вот в наши годы, в эти месяцы, наступает критический срок жизни старых деревьев, и начинается их массовая гибель. То есть через 10-15 лет многих парков просто не останется. В Балышове многие деревья пошли на дрова еще в первые годы советской власти. 70% парка было уничтожено ураганом 1987 года. То, что осталось, методично вырубается местными жителями. А осталось немало. Лиственничная аллея, ивовый прогон, карликовые дубы, гигантская туя и единственная на северо-западе России псевдо-цуга манзиези. Все это охраняется смотрителями Порховского музея. Правда, на всю эту огромную территорию их всего двое. Сергей Александрович Строганов, сидя в каюте своей яхты «Заря», вспоминал, сколько времени он провел в Балышовском парке после смерти жены. Десятки друзей перебывали у него, чтобы отвлечь от тяжелых мыслей, от горечи утраты. И только одному из них, князю Щербатову, это удалось. Однажды он приехал к Строганову с авантюрным предложением не покупать арабских скакунов за границей, а научиться разводить их самим. Строганов загорелся этой идеей, построил несколько зданий в своей усадьбе и сделал из них конный завод. Дела пошли блестяще. Корпуса конного завода – единственное, что почти не пострадало в бывшей усадьбе. Здесь до сих пор работает конезавод. Балышовские рысаки были известны во всем мире и до, и после революции. В годы войны лошадей, как главную ценность Балышова, эвакуировали. А здание пришлось оставить на разорение врагу. Но когда сюда пришли фашисты, они были настолько поражены красотой усадьбы, что не решились разрушить ее. И разместили здесь штаб армии. Усадьба начала приходить в упадок в мирные 70-е годы, когда главные корпуса занимала школа. В середине 80-х школу пришлось перевести. Здания стали аварийными. В конце десятилетия была проведена аэрофотосъемка всех построек усадьбы. Выделены деньги на реставрацию. Был создан центр по спасению ансамбля. Балышово вошло в туристический маршрут «Серебряное кольцо России» – Ленинград, Новгород, Псков. Но вошло только на бумаге. После 91-го года об этом маршруте забыли, а деньги – так и не были перечислены. Яхта «Заря» все дальше и дальше уносила от родных берегов Строганова. На первый взгляд граф вел себя несколько странно. Он вмешивался в работу команды, отдавал приказы. И его слушались, но не потому, что он был хозяином яхты. Строганов был морским офицером, капитаном второго ранга, участником русско-турецкой войны 1877-78 годов. Выйдя в отставку, Строганов добился разрешения входить в иностранные воды на своей яхте. Вместе с балышовскими мужиками пересек Атлантический океан и открыл для них Америку. И сейчас, отдавая команды, Строганов с усмешкой вспоминал: сначала мужики дивились круглым окнам на балышовских постройках, а потом привыкли и деловито объясняли другим, что без таких окон, мол, барину нельзя. За годы службы-то привык к иллюминаторам. Сегодня те самые окна-иллюминаторы зияют пустыми глазницами. В начале 90-х последние потомки Строгановых, живущие за границей, приезжали в Балышово, хотели выкупить и отреставрировать дворцово-парковый комплекс. Но им отказали. По закону иностранные граждане не имеют права владеть российской землей.
А в бюджете Псковской области на Волошова нет денег. Усадьба держится на энтузиазме смотрителей. Держится в буквальном смысле. Неизвестно, что было бы с дворцовой крышей, если бы они не поставили подпорки за свой счет. Но подпорки могут лишь на время оттянуть обрушение. Что-то надо делать с крышей. Вот единственное, с крышей. Ну, как бы нам и браться страшно за крышу, потому что как бы я просто боюсь, что ответственность на себя такой брать. То есть манеж мы реально могли сделать, мы вначале посмотрели, что мы его можем сделать. А вот, например, с дворцовой крышей здесь очень сложная конструкция. Сейчас областной комитет по культуре занимается разработкой инвестиционного проекта. Он включает в себя восстановление комплекса и регенерацию исторических функций конно-охотничьей усадьбы для приема гостей VIP-класса. Мне известны случаи, когда не раз и не два заводились разговоры о том, что здесь можно было бы сделать гостиницу, здесь можно было бы сделать там даже резиденцию. Вот. Но всякий раз все эти разговоры не заканчиваются, но так притормаживаются о вопрос собственности. Ну, как известно, вот это всеобщее по всей России, это проблема мораторий на приватизацию памятников. Сейчас уже подготовлен законопроект, который предусматривает отмену моратория на приватизацию дворцов и поместий. Но пока это только проект. Если инвестор все-таки придет сюда, то неизвестно, в каком виде он застанет Волошова. В Волошове были уверены, что барин обязательно вернется. А когда в 1923 году пришла весть о смерти Строганова, многие мужики не скрывали слез. Они искренне верили, что приедет барин, и все пойдет по-другому. С тех пор прошло уже более 80 лет, а Волошова все еще ждет своего хозяина. Вот только дождется ли.